естественно. Это все фигня, сына. Кости есть, мясо нарастет, ничего страшного. Главное, что главное, если назад отправят, чтобы там себя покалечил. Вообще, сюда обратно никто не посмеет, не надо сюда ехать. Не-не-не-не. Сразу нахер пойдем, блядь, расторгать этот контракт. Ни одно условие, сука, из него не выполнили. Ну, меня тоже отправили. Ну, у меня тоже на мысли, да, если не скажут, что сейчас, типа, отдыхайте, вот, да. На второй круг я просто себе по ноге легать, чтобы она распухла, чтобы я ходить к нему, скажу, все, идите нафиг, я машину убила. Ну, какие мысли? Не-не-не, мы все расторгнем, даже не думаю, что ты туда вернешься. Ты, главное, вернись, пожалуйста, живым. Да я сейчас до 10-го. Ну, посмотрим, до мая поживем, если нет, то, честно, я уже все, Не знаю, у меня слишком много... Если его сейчас снимут, потому что там, ну, куда вы уже, 40 дней под обстрелами, ну, куда вы уже, кто выдержит, блядь? Мужики здоровые не выдержат, вы мальчишки. Там, им пофиг, они уроды, Путин, гандон, кончен, я его ненавижу просто. И Шойгу.